Всем здорово, друзья! Вы на канале Лумумба Румумба. С вами, как всегда, Владос. Я недавно говорил, что скоро буду возобновлять свою рубрику, которая называется «Роняем рейтинг», и она придет в немножко измененном обличии. Вот этот день настал, и сегодня я хочу вам продемонстрировать свою обновленную рубрику, которая называется «Роняем рейтинг. Версия 2.0». Что это значит и что я изменил в этой рубрике? Раньше у меня была одна катка в командном бою с определенным видом орудия. Я там брал топчик и показывал, на что способна пушка. Я решил, что это немножечко несправедливо, потому что у нас есть как минимум три популярных режима, в которых мы сражаемся. Это опорный пункт, это режим превосходства и, естественно, командный бой. Так вот, именно в обновленной рубрике будет все три режима. Я беру определенную пушку, залетаю в три катки и показываю вам достойную игру и достойный геймплей с этой волыной. Друзья, я надеюсь, вам рубрика обновленная понравится. Если она вам зайдет, обязательно дайте мне знать в комментариях под этим видеороликом. Если вам понравится, обязательно будем ее продолжать с другими пушками. И ронять рейтинг сегодня мы будем с пистолетом-пулеметом «Фараон». Сборка на эту ппшку у меня скоро появится на канале. Кто ждет, тоже черкните об этом в комментарии. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, готовьте что-нибудь повкуснее и полетели смотреть топовый видос с Владосом. Итак, братва, начинаем с командного боя. Карта у нас Шотхаус, Фараон на взводе, и погнали надирать задницы нашим соперникам. Так. Кстати, Фараон — это бурстовая ппшка, может, кто еще не знал и не катал с ней. Мне она очень понравилась. Я уже с ней катаю давненько и прямо от нее получаю громаднейший кайф. Так, прокидываем флешку и идем нагибать соперников. Так, вижу. Ага, все, идет. Встречаем. Здесь главная задача в этой ппшке — то, что вы должны привыкнуть к ее мушке. Так как мушка специфическая, может, у вас, конечно же, есть где-то скин мифический, либо легендарный, в котором была хорошая мушка. Так вот, вы можете его спокойно использовать. И если у вас стандартная, то нужно будет, конечно, подпривыкнуть, потому что мушка здесь так себе. Так, здорово, отлично. Что касается самой ппшки, забирает она с полтора бурста. То есть у нее идет бурст и половинка второго бурста, и добиваем соперников. Если мы стреляем в район груди, если мы стреляем в голову, хватает одного бурста. Здорово, есть такое дело, отправляем на респаун. ТТК у этой пушки очень достойнейший. Мне прям очень нравится, как она нагибает. Единственное, что она предназначена исключительно для ближней дистанции. Средние она вывозит, но нужно будет потратить чуть больше патронов. И где-то 2-2,5 бурста нужно, чтобы снять соперников. А если вот расстояние до 10 метров, то с 1-1,5 бурста мы отправляем на респаун. Ой, хорошо, только что раздал. Ой, ну, третьего не забрал. Нажать. Не будем отвлекаться, идем дальше. Кидаем машинку. Ага, вижу, полетел. Коктейль Молотова, забираем. Идем дальше. Машинка поехала кого-то находить. Прокидываем флешку, там на свалочке должны быть типы. Ну, ага, вижу. В спину нас стреляли, понял. Встречал одного, встретили меня. Идем, идем, идем. Опять прокидываем флешечку. Возьмет кого-то? Не, не взяла. Так, аккуратно, аккуратно. Встречаем наших соперников, вижу. Да ё-моё, забрали второго, второго добью. Нет. Понял. Идем дальше. Уф-фу-фу, хорош, на растяжку попал. Даже ее не видел. Красиво поставили, прям очень скрытно. Так, молик. Есть, кого-то зацепили, добиваем. Хорошо. Так, флешка. Ну, слепанешь, понял. Отлично прокинул, прям вот туда, куда нужно. Но пришлось пожертвовать, конечно, тиммейтом, но... Не без потерь, не без потерь. Мы, кстати, сейчас... Ага, вижу. Отлично. Кстати, у нее есть особенность в этой пушке, то, что она классно забирает от бедра. Даже если вы не делаете сборку с упором на бедро, она будет хорошо... Ой, хорош, залетел с воробья. Прям я знал, что он выйдет, и прям вот четко под ноги дал. Так. Так вот, от бедра она забирает великолепно, поэтому даже если вы не делаете упор, не стесняйтесь, стреляйте, она вас выручит в этом плане вообще без проблем. Так. Идем дальше, молик, перекрываем проход. Я, кстати, полюбил вот с недавнего времени, ну как полюбил, я давно уже в него влюбился, да, в этот навык оперативника воробей. И вот опять к нему вернулся и прям получаю колоссальное удовольствие. Очень крутой навык оперативника, поэтому беру постоянно. Беру для съема снайперов, для дальней дистанции, очень круто выручает.
Ну, я думаю, вы сами знаете, что такое воробей. А кто не знает, обязательно... Так. Давай. Их патроны. Блин, не удалось мне немножко дострелять, потому что не так послал первый бурст. Такс. На перетяжечку сейчас кого-то заберем. Мухтар, хорош, далека меня забрал. Так, идем. Идем дальше. Так, пока никого нету. Где же вы, ребятушки? Так, перетяжечка. Никого нет? А, есть, я так и знал, что ты здесь сидишь. Так, еще один. Отлично. Забираем. 44-40 у нас счет. Так, выжил. Двоих забрал. Идем. Ну, я думаю, вы видите сами то, что фараон очень даже неплохо справляется со своей задачей. Прям неплохо перестреливает соперников. Так. Блин, куда я стреляю? Ё-моё, Аим, ты где? Флешку под ноги. Ну, лучшее решение, которое я мог предпринять в данной ситуации. Ну, что завтыкал? Надо собраться и добить эту катку. Блин, флешка под ноги. Господи, чем я думал? Ладно. Кидаем молик. Флешка. О, все, мы выиграли. Отлично. Победа. Сейчас посмотрим на результат этого боя. Так, я взял МВП. Отлично. Это не может не радовать. Значит, неплохо я все-таки отработал с фараоном. Уже по первой катке видите, ребят, что фараон довольно-таки себя неплохо проявляет. Сейчас идем в следующую катку. Это будет либо опорный пункт, либо превосходство, что нам подкинет рандомайзер. Так, что у нас по результатам? Взял МВП, набил немало фрагов. В принципе, катка получилась достойнейшая. Друзья, не переключаемся, и мы идем с вами либо в опорку, либо в превосходство. В общем, идем в следующую катку. Итак, друзья, следующая карта Hackney Yard, и это режим опорный пункт. Продолжаем нагибать с фараоном. Друзья, обязательно видос досматривайте до конца. Следующая катка будет непосредственно в режиме превосходства и также с фараоном. Вы узнаете, в каком режиме с этой пушкой можно больше всего доминировать и нагибать. Ну, я скажу сразу, что эта пушка, так вижу, второй, двоих только что снял. Скажу сразу, что пушка доминирует абсолютно во всех режимах, и с ней можно нагибать. В общем, смотрите дальше. Так, двоих снял только что красиво. Пункт мы занимаем опорный. Так, я пока буду здесь. Оп, вижу, здорово. От бедра отлично залетело. Неплохо, тут за полсекунды три фрага уже налупил. Идем дальше. Опорку нашу занимают. Так, один улетел, второй улетел. Хорош. Опять два фрага. Блин, давай. Еще кто-то забирает. Вы че, пацаны? Молик. Хорош. Одного забрал. Второго забрал. Третьего забрал, что ли? Все с молика? Как это произошло? Отлично. На турель я уже насобирал. Поставили турель. Так. Встречаем. Здорово. Ой. Не добрал. Немножечко. Но моя турелька добрала. Так. Дрончик полетел. Минус. Не минус. Рядышком ударил, что ли? Или попал? Ну, ладно. Так, тем самым временем у нас опорка поменялась, но типы почему-то сюда лезут. Наверное, по старой памяти. Так, неплохо только что разобрали. Идем дальше. Ага, вижу. Отлично. Ну, немножко, конечно, подстилил фраг, но ничего страшного. Так, идем. Вижу опорочку. Сейчас прокинем туда моликом. В район дверцы. Я надеюсь, долетит. Ну, почти. Воробей у нас уже на взводе. Воробей готов давать просраться. Так, кинем в окно. Не, высоко, сильно высоко. Нужно будет зайти в дверь. Я надеюсь, сейчас у меня получится это все делать. Так, первый улетел. Ой-ой-ой-ой, что происходит только что? Фух, вот это разнос был, блин. И себя тоже забрал. Ну, неплохая была только что раздача с воробья, согласитесь, ребят. Так, полетел дрончик. Блин, никого не зацепил, к сожалению. Так, сейчас опять будем пытаться забирать. Поп, от бедра, первый ушел. Второй ушел. Ну. Эх, третий меня забрал. К сожалению, забрал. Так, у нас счет 28-71. А я не понимаю, что происходит? Почему так? Я вроде тут, блин, потею, у меня уже пальцы в напалечниках сопрели. А что это за дела? Так, вижу внизу опорку. Ладно, продолжаем. Будем до конца бороться. Так, первый улетел. Перекидываемся, еще одного вижу. Второй отлетел. Блин, а что происходит? Я не понимаю, почему такой разгромный счет у нас? Мои что, вообще ничего не делают или что? Так.
Молик. Немножечко накоцал. Так, отлично, добрал. Пока ничего не понимаю. Ладно, будем потеть дальше. Конечный результат посмотрим. Так, вижу. Ух. Так, идем дальше. Отлично, первый, второй. Ой-ой-ой, хорош. Минус 2 дал. Так, идем. Ага, вижу. Бедро. Что ты скачешь-то, а? Добрал. Не забрал полностью, а добрал. Мне кто-то помог. Так, отлично. Давай, бедро. Не-не-не, перезарядка, уходим. Ну, добрать нужно. Где ты делся? Алло. А, о, привет. Бедро все-таки добрал. Так, ага, вижу. Минус. Божественно. Я просто тут кромсаю, бошки отлетают. Ну, прям приятненько. Идем. Сзади. Уходим. Так, вижу. Уф. Ну, надо было отхилиться. Ошибочка. Блин, все с прицелами бегают. А я без прицела. Так, вижу вдалеке. Стреляет. С подката выходим. Так, где ты? Нужно перекидываться. Да где ты делся, ё-моё? Так, воробей. Воробей уже активен. Так, здорово. Сколько дам? Ноль. Капец. Ну, хотя бы одного нужно было забрать. Опять же, рассеялось внимание немножко. Ладно, собрались, идем дальше. Так, счет 78-96. Ну, мне данный счет нравится чуть больше. Потому что первый вообще был какой-то непонятный. Так, воробей работает снова. Ух, короче, чуть тебя не взорвал, а опять себя взорвал. Но дал 3 фрага. Это, в принципе, неплохой взнос в нашу командную игру. Так, есть один. Орлиный глаз залетает мне в копилочку. Где же вы, ребята? Владька с фараоном хочет вам немножко разнести кабинет. Полетел молик. Ой, красиво и четко прилетел молик. Не себе под ноги. Так, первый ушел. Так, кинем. Так, есть. Дым нужно кидать по себя. Перезаряжаться, отхиливаться и вырываться. Так, вовремя кинул дым. Вижу, еще один. Опа, в дым ушел, красиво. Ой, хорошая тактика, надо запомнить. А ну, от бедра, все, отлично. Минус 3, да, видите, с двумя перезарядками. Просто кинул дым под ноги. И типы меня не видели, и от ящика отыграл. Неплохая тактика, нужно взять себе на постоянное вооружение. Ага, вижу. Блин, вот дропшот долбанный. Когда ложись возле стенки, как я вам говорил раньше, нельзя повернуться, это меня бесит. Вот прям нужно это учитывать. Так, бедра заберу. Блин, на последнем патроне залетело. Так. Есть, минус дал. Закончили все патроны. Божественно. С ледорубом буду бегать сейчас, кромсать, пока меня не убьют. До последнего буду. А ну иди сюда. О, хорош. С ледоруба забрал. Так, кидаем турель. Зачем только, непонятно. Ладно. Я провтыкал, что чекпоинт поменялся. Идем с ледорубом. Патронов по-прежнему 0. Может, сейчас кого-то еще и заберем разочек. Так, не, промахнулся. Ну там прям целая ватага их была. Ладно. Идем отвоевывать опорный пункт. Сейчас счет 137-138-103. Так, в опорочке сидят. Минус, да? Есть один минус. Так, молик, давай молика. Есть. Хорош, еще один минус. Второй минус моликов. Капец, воробей активен. Так, никого нет. Смотрим вход. На входе сейчас по-любому будет залетать. Заходи. Где-то... О, хорош, я знал. И второй. Ой, как красиво. Какой же воробей хороший. Просто лучший среди навыков. Кроме собаки, конечно. Собака еще интереснее. Так, еще один зашел. Ой, ребята, как вы читаемый. Так. Все, дрончик. Что, все? Мы слили катку? Вы серьезно? 117-150. Я набил 47 килов. Что делали остальные, непонятно. Друзья, я, к сожалению, да, мы проиграли в этой катке, но я ее оставлю. Вы видите результат сами. Так, мы идем дальше. У нас теперь превосходство. Друзья, предыдущую катку увидели, там была опорка, но я сделал 47 килов, и мы проиграли. Я просто вспотел, мне руки вообще почти
кожа на пальцах облезла, блин, от такой интенсивности. И мы слили катку из-за этих моих интересных тиммейтов, друзья. Но я эту катку оставлю, потому что моя главная цель — показать вам, на что способен фараон. И в опорке в данной катке, ну, предыдущей точнее катке, он показал себя превосходно. Сейчас посмотрим, на что он будет способен в режиме превосходства. Это уже третья финальная катка в сегодняшнем видеоролике. Я думаю, мы здесь тоже неплохо справимся, и мы соперников прям поднагнем. Так, я сейчас, кстати, очень подпрыгну к фараону. Крутая пушка, видите сами, друзья. Ну, то есть она просто забирает соперника. Вот от бедра круто только что отлетела. Просто забирает соперников на ура. К ней нужно немножечко привыкнуть и понять, на какой дистанции она великолепно работает. Просто прочувствовать на себе, и все. И вы будете с ней доминировать и разваливать кабины даже метовым ппшкам. Потому что бурст, если правильно пользоваться, может очень даже неплохо ролять в рейтинговых сражениях. Ну, я думаю, я вам наглядно показываю в этих катках. Так, ищем, оп, здорово, от бедра забрал, блин. Фух, ушел от гранаты. Так, еще один, хорош, отлетел прямо в голову. Ну, на ствол наткнулся мой, ничего страшного. Так, вдалеке, ой, хорош, залетело. Прям песня. Так, ну, сейчас от бедра не получилось, конечно. Но тоже неплохо только что раздал. Так, дрончик. Чтоб минус один сразу же сделать. Вижу. Доберу. Есть, хорош. Добрал. И дрон еще кого-то подснял. Два килла залетело в копилку. Так, точка A. Вижу. О, сейчас непонятно. А что так? DRH. А как так? Вроде бурс полетел нормально. Регистрация не прошла, что ли? Ну ладно, идем дальше. Ну блин, только что прям было неприятно. Так, минус один, минус два, да? Далековато. Далековато было. Ну, минус один дал. Мухтар нападает. Мухтар! Ну ты и падла, Мухтар. Я просто прям на лицо. Кто говорил, что Мухтара легко снять? Попробуйте его снять, там рожок надо в него садануть, чтобы его отстрелять. Но почему он так сделал, непонятно, блин. Мне кажется, у него должен быть запас жизни, как вот у обычного игрока, чтобы его можно было быстро перестрелять. Но там прям нужно реально пол рожка садануть, чтобы его забрать. Так, на дальнике забрал, хорош. Так, кто-то еще здесь есть? Воробей есть, минус один. Минус два, давай, минус два, хорош. Там больше никого нет. Идем дальше. Так. Есть. И что там? Кто-то еще будет? Давай, вылазь. Ты не отпускал тетиву. Так. Ой, хорош дал. Еще резануло что-то. Так. Все, хорош. Почти все патроны на воробье были задействованы по назначению и куда надо. Так. Идем. Все, минус один еще один улетел. Дрон дал. Ну, друзья, по поводу того, что я не захватываю точки, я в основном так и играю. Я играю на зачистке, я пытаюсь вот соперников отстрелять, кто приближается к точкам и так далее. Мне это на самом деле больше чуть импонирует, чем стоять захватывая точки. Иногда, конечно, я это юзаю для того, чтобы, если там катка горит, чтобы побыстрее набить скорстрики. Но в основном я вот работаю на зачистке, мне больше это импонирует и соперников более удобно встречать. Так. Первый раунд мы отыграли, у нас 75-59 счет в данный момент. Первый раунд мы выиграли неплохо. Ну, в принципе, мы там и соперников поднагнули неплохо. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить дальше. Нужно эту точку захватить, немножко качнем очков. Может получится скорстрик какой-то интересный задействовать, турельку, например, либо вертачок. Так. Идут ребята. Мухтар отлетел. Так, нужно заходить сбоку, потому что... Ага, вижу, понял. Так, дымчик дадим. Ай, ё-моё, сзади, не ожидал, что сзади. Думал, будет спереди. Ладно, провтыкал тайминги, ничего страшного. Сейчас реабилитируемся, идем дальше. Кто-то есть? На серединке кто-то по-любому есть. Да, вижу, нужно обходить. На дальнике я не... Да что ж такое-то, а? Бля, все, погнали. Джойстик, блин, бросается ходьбы. Почему-то сбрасывается. Ой-ой-ой. Провтыкал опять первый бурст, и меня перестреляли. Ну, ничего страшного. Так, собрался Владислав. Сейчас нужно просто красиво отыграть. Красиво закрыть этот видеоролик и показать пацанам, что фараон — это тема и крутая сила. Так. Собрались. Отлично. Отлетела первая голова. Точнее, уже вторая. Ну, ладно. Идем дальше. Вижу.
Блин, ну трое. Эх, непорядок, непорядочек. Ну, ЦБР-4, конечно, тут перестреляться на дальнике с ним трудновато будет, потому что здесь все-таки у фараончика есть... Уф. В голову, да? Или просто быстро так получилось отлететь? Type 25. Даже после обновления ребаланса его там не порежут, поэтому Type 25 до сих пор актуален, и он, как показывает практика, очень круто нагибает. Так. Идем, идем. Ага. Право будет. Будет право, нет? Ага, прямо будет. Право не будет, я думаю, будет заходить. Ой-ой-ой, Мухтар, 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 на перезаряд меня. Падаль. Просто падла. Хватануло за гениталии меня. Вот упырь. Мухтар, упырь. Ага. Вовремя на точку залетел, видите, плюс 200 очей залетело просто так. Круто. Так, прокидываем. Ой-ой-ой. Дропшот. Вроде бы как и спас, вроде бы как и не спас, потому что сбоку зашел парень. Эх. А, это наш Мухтарчик синий. Что это только что было? Я видел, что Мухтар был синий, наш. Почему он стал резко не наш? Добавилась какая-то новая фича, да? То, что можно переманить Мухтара колбасой на свою сторону или что? Ну как так получилось? То, что он, блин, показался синим, как бы наш, и в итоге не наш. Я же думал, что он наш. Наш, не наш, ну ладно. Идем дальше. Счет 122-110. Мне только что... Красиво сняли. Но мы не огорчаемся. И топим-топим дальше. Так, прокидываем проход. Отлично. Так и знал, что сейчас буду заходить. Немножко их накоцаю коктейлем Молотова. Отправляем двоих на респаун. Дальняк, дальняк перестреляю, да? Ну, не перестрелял, но дострелял. Мой тиммейт его. Так, еще один минус. Еще лишних 50 очей. Так, под себя дым. Перекрываем немножко проход, хилимся и забираем. Блин, вот сбоку опять препятствие. Слава богу, что соперник стал прям мне под мушку. Я не могу повернуться возле какой-то стены. Блин, часто за это забываю, потому что уже не так часто юзаю дропшот, потому что игроки его уже прохавали и не так эффектно получается с ним снимать. Ну, я так мягко скажу. Счет 146-123. Мы доминируем глобально. Вряд ли они нас уже догонят. Всякое, конечно, бывает, но я думаю, это победа. Да, это победа беззаговорочная. Круто отыграли. Я думаю, неплохо я показал результат. Занял я второе место. Ну, неплохо. Я понимаю, что это классно для ППшки. То, что это все-таки ближняя дистанция, я неплохо с ней отыграл. 25 у меня фрагов и 30 у первого места. В общем, господа, получились вот такие вот три интересных катки. Кому понравился видос, обязательно наградите его лайком, ну и меня в том числе. Также напишите свой лестный комментарий, либо что вам не понравилось, можете также написать. С удовольствием прочту и подискутирую с вами на эту тему. Что хочу сказать по поводу Фарика. Фараон, на мой взгляд, предназначен вот больше всего для командного боя, потому что на режиме превосходства опорный пункт все-таки нужны средние дальние дистанции. Ближние тоже не помешают, но в основном там упор идут именно на средние дальние. Если бы фараончикам не нужно было сближаться, в принципе, я думаю, результат был бы немножечко лучше. Но я чисто по своей скиллухе показал максимальный результат, на мой взгляд, именно в этих трех катках. В общем и целом, пушка мне нравится, она мне приносит массу удовольствия. Если так взять грубо, она универсальная. Если у вас руки предназначены под работу с разными орудиями, то есть вы не завязаны на меты и не играете только с одними метаганами, то вам фараон тоже зайдет, и он вас порадует своим ТТК, своей подвижностью и своим, в принципе, контролем и дальностью поражения. Как я и сказал, что скоро времени сборочка будет на канале на фараон, ну а вы, если ждете сборку, обязательно черкните об этом в комментариях. Ну а на сегодня все, с вами был Владос, канал Лумумба Румумба. Получился довольно-таки длинный, но результативный видеоролик. Если будет рубрика вам заходить, будем делать еще. Всех обнял, приподнял, до новых встреч, пока!